нет, хорошо быть с этой. Вот. Поэтому, ну, я разворачиваюсь на эту сторону, где у меня, где у него рука под мышкой у меня. Этот крюк, я говорил, да, убираем верхний. Его можно там рукой себе помочь, то есть это несложно. Вы просто вытягиваете ногу, как бы пытаетесь ее проснуть между его ног. Может быть, себе поможете рукой там. Вот, давай, давай. Может быть, второй ногой там может помочь себе. И все, да, и вы оказались в положении, когда у него один крюк. И также можете помочь себе второй ногой и вылезти отсюда. Ничего сложного нету в этом особо. Если он крестит ноги, ну, то есть тяжело будет убрать крюк, если он крестит ноги. Но тогда надо просто посмотреть. Он как бы, ну, за этого балла не получает, за этого балла не получает, если он их крестит. Ну, он может получить баллы, если он, допустим, залез, раскрестил, а потом решил скрестить. Но вы, в свою очередь, можете немножко его напрячь здесь там. То есть он, понятно, что расцепить мне ноги здесь, может быть, тяжело будет его. Но можно его, воспользовавшись этим. Или он просто сейчас расцепит их, да, там. Вот. Раз. И вылезет оттуда, да? Ничего сложного, в принципе, нет. Если, ну, соображать, что происходит. Вот. Можете снимать нижний крюк сначала, да, то есть тоже. Раз, так же, да, ногу вытянули. Просто видите, надо, ну, грубо говоря, понять, да, как его пятка располагается там. Вытащили. И отсюда вырезаем. Либо вы просто зависит от того, как быстро вы сумеете это сделать. И давление, какое вы сможете быстренько на него оказать, да. То есть, если я сейчас загружать его начну, он не поднимется. Если не начну, он поднимется в хавгарде, по-моему, окажется, да. Ну это тоже неплохо, после бэкмаунта надо сказать. Либо я также быстро вылезу сюда. То есть, в принципе, ничего сложного нет, если вы можете. Как бы сложности есть, конечно, потому что когда я, допустим, ну, изначально сложность в том, что я буду лежать, меня развернуть не так просто, да? Я буду просто его держать, буду ему здесь ногами мешать. То есть, я сейчас не слишком боюсь, да, надо забрать свою ногу отсюда, потому что мне, ну, я позицию удерживаю, то есть. Сейчас Саня развернуться на ту сторону будет сложновато, да, потому что начинает сворачиваться. Вот, видите, я его просто, ну нет, он даже сейчас не завернется, потому что он против, ну, он ноги. Ну да, но я здесь могу спустить ноги, да, то есть, на самом деле сложно, конечно, уйти, но, да, ну как, надо пытаться, что делать. Вот. Но главное как бы разобраться с руками, чтобы тебя не задушили. Или там с ногами со своими. Понятно, да? Вот сейчас делайте то же самое с выходом за спину, уже полноценно. Две ноги заправляете и второй номер уходит. Понятно, да? Все, работаем. На самом деле.